Це село Великоплоське на Одещині. А це Іван Іванович Кожанов. В селі мені знають кожна собака. Іван Іванович – це наша місна знаменитість. Місний наш олігарх. Ну, я їду на машині, я з кожним здоровим. Баба йде 80 років. Ну, я оп, руку, вона, ну, мол, здоровується, ну, ну, вадують, нормально, все. Я оп, остановлюсь, говорю, а тебе що, ти больная, немощная, баба Маша. Вона, а що таке, Ваня, що случилось? Я говорю, а що ти руку не піднімаєш, тебе болить где-то? Нет, я їду, ти видиш, поздоровайся. Івану Івановичу кланяється усе село недарма, адже йому належать усі стратегічно важливі об'єкти. Єдиний в селі продуктовий магазин. Чоловік утром проснувся і підуть купить за хлібом. Колбаси, неважно що. Но он хочет в первую очередь есть. Ветеринарна аптека. Зарплат нема, пенсії нема. А чим жить? Поросятами. Коровами. І т.д. і т.п. А їх надо в первую очередь лечить. А ще? У мене одна свиноферма. Ну, 200. Ко мне за свиньями со всей области приїжджали. І це ще не все. Ну, землі гектар 100. Красота-то какая. Запад, восток, север, где-то по кілометру 5 від села. Іван Іванович, з такими володіннями у тебе, мабуть, сотні робітників. Ні-ні-ні-ні. 3. Жена Оля, 2 сина. Ласі вже здорові. Женя і Костя. Що ви стали? Давайте поработаем. Пиши бесплатно. Каждый месяц экономика. Замість ніжитися на курорті, як дружини інших багатіїв, жінка великоплоського олігарха весь день в дерьме, без выходных, без проходных. Каждый день. Одна и та же работа. Насыпать им корма, намолоть крупы. Канализация, если полная, надо почистить. Конечно, сгрести, дерьмо убрать. К концу дня не чувствуешь, что может болеть, что болит больше. Или спина, или голова, или ноги. Чужой человек – это дополнительные расходы. Хозяин должен дать им достойную зарплату, больничные оплатить. Какие-то переработки. Проще, когда свой человек, которого можно нагнуть. Вообще не платить такой зарплаты. Нисколько, ни копеечки. Як и за работу в аптеке. Я работаю в ветаптеке продавцом. В течение дня даже могу не присесть. 32 рубля. Так и за работу в магазине. Делаю переучет по магазинам. Контролирую приходы, расходы. Что вы там заказывали? Сегодня? Да. Колбаску. Как бы он больше доверяет, чтобы я этим занималась. Я считаю, это правильно. Не доверяйте никому. Вот еду на велосипеде, хотел пукнуть, приподнял жопу, раз. Жопы свои нельзя доверить, понимаешь? Аби мати хоч якусь власну копійчину. Я в аптеке шью. Коврики, юбочки, я могу фартушки. Это как бы мой заработок. Это моя денежка, я куда хочу, туда и трачу. Ни перед кем не отчитываюсь и никого не, как бы не стесняюсь, что я у кого-то взяла и, допустим, ту сумму денег потратила. Это мое. Здавалося б, принаймні діти в олігарха мали б рости, як справжні мажори, але... В 5 утра я їх бужу. Давай быстро поднимайтесь, и время уже сколько? Встаю, встаю, все. Поросят, можно сказать, мы выращиваем, Женька. Мы все можем. Роды принимать, уколы делать, резать, разделывать. Соломы привезти, нету там соломы пошмалить. Тоже это все нам. Ты жрешь? Поросят ты ждут. Иди попозребай, насыпь им корма. Потом придешь, без проблем пожрешь. Все время, когда гулять, друзья, идемте погуляем. Да какой гулять, у меня работы полно. Пурга, метель, 12 мешков зерна,
не пират. Понимаешь, это с самого детства. Работать, работать, работать. Все. Детей. Жалко, конечно, жалко. Я и плакала, и заступалась. Пока не шоколапапки по мамке, нехай понежутся, нехай полежать, поспят лишний часик. Офигеть, они что, в городе живут или что? І навіть професії хлопцям довелося обрати не престижні, а ті, які будуть корисними для таткового господарства. Учусь на електрика третього розряду. Ну, я учусь в інституті на інженер-механіка. Відпочити студенти могли б у вихідні, але тато вимагає, щоб вони їхали додому. То говорю, давай поїду в Одесі, знайду роботу, буду працювати. Останься здесь, я тебе буду зарплату платить. Месяц поработал, говорю, где зарплата? Как, ну, ты ж обещал. Да потом, на следующий месяц, где зарплата? Какая зарплата? Я тебе не обещал ничего. Бесплатная рабочая сила, мы так. На 19 лет папа мне подарил 100 гривен. Ощущения были очень неприятные. Да их... Я вообще не ждал от него подарка, вот, ну, подарить дал 100 гривен, и хорошо, что дал. Що вже й казати за молодих хлопців, якщо навіть свого 70-річного батька Іван Іванович змушує працювати на власний бізнес. Я тебе пригласив чуть-чуть помочь селітру розгрузити, чуть-чуть. Я в 3 часа ночі йому позвоню, він прийде сюди на допомогу. Ну, хлопцям помагаю. Забор мы с ним построили, сенохранилище покрыли тюками из соломы. Это все с ним. Ты уже старый, тебе все равно. Все равно вздыхать. Перед дедушкой, конечно, стыдно. Что он вообще должен приезжать делать эту работу? А он-то уже не молодой. Ну и нехай себе пахать. Сэкономишь мне денежки. Иван Иванович, а что ж ты для своего бизнеса робишь? Главное организовать. Поговорил, договорился, язычком своим потрепал, сказки рассказал, лапши на уши навешал. Алло, здорово, товарищ. Ты ж серьезный пацан? Ага, хорошо, а мне надо деньги. Ну скажите мне, нормального одного человека, который физически работает, и он очень богатый. Да руками никогда, только горбатый, бучка, да руками. А мозговитые люди всегда богатые, всегда. Рассказать, как я взял 9 кредитов? За раз, за один день. Приезжаю в банк, говорю, я хочу взять кредит. Они смотрят, мы дадим вам ответ завтра-послезавтра. Хорошо. Еду в другой банк, фотографируют, оформляют. Когда они мне все дали ответ положительный, тогда можно ехать собирать денежки. Настоящий украинец – это я. Это который наберет много кредитов и сидит, ждет дефолта. О! Куди ж ти всі гроші діваєш? Моя машина. 35 тисяч доларів. Ну, вона класна. Навіщо тобі така дорога машина в селі? Де ви бачили нормального чоловіка у верхах, щоб їздив на москвичу, на запорожце, на копейки, на жигулях? Нет. От випіндриться, то він може. Не шкодує грошей, тато, і на розваги. Карти на деньги грають. Буває, що і проіграєш сотню какую-то доларів. Я получив удовольствие. А за удовольствие треба платити. А коли Івану Івановичу стукнуло 40, він влаштував собі справжній бенефіс. Организовали так, чтобы было 400 человек. Ну, представляете, хорошее такое. Народец пришел. С ювілеєм місцевого мажора вітали і вчителі. І профспілки. І агроном. С днем рождения, желаем счастья, здоровья. Отдал 10 тысяч гривен. Ну, это мелочи, как бы. Що там свято, якщо куркуль може цілий цирк додому притягти? Як я така добра душа не приглашу весь цирк собі? 3-4 трейлера. Медведі, лама, крокодильчики там, короче, фокусники там. Зачем мені це все треба?
Зачем? Потому что я вот такой вот я классный. Іван Іванович, якщо собі ти ні в чому не відмовляєш, то власну родину, може, хоч раз на рік на відпочинок возиш? Ні, куди ти зі свіним рилом в калашній ряд? Натомість сам? Можете себе дозволити взяти машину і просто поїхати на Західну Україну, тоді пішли ми доїздили з другом на Шацькі озера. Якщо мені треба віддохнути, то я віддихаю. То, може, принаймні в хаті в тебе повний фарш? Меблі з червоного дерева, золотий унітаз? Да ти що ти, що ти? Я економлю над всьом, на всьом. Лампочки везде, щоб, не дай Бог, я увижу горіть, виключать, все. Економьте воду, насос мотає цвет, там все, телевізор не включайте. Якщо ти зекономив, це ти заработав. Скупердяй. Каждую копейку. Я же кухню прошу, его года 4, кто мне новую кухню? У нас в доме уже нет ремонта, нету лет 7 или 8. Нафиг он надо, если он не приносит прибыли. И навіть будинок в куркуля пофарбований наполовину. А сзади как кто там видит? Та найстрашніше, що економить олігарх на здоров'ї власних дітей. У Женьки поражен слуховой нерв. Почему я щепелявлю? Потому что сам тебя не слышу. Ласточки, сверчки, кузнечки, лягушки, я их не слышу, просто-напросто. От этого не умираю. Работоспособный, нормальный чувак. Правильно? Правильно. Вирішити Женіну проблему міг би сучасний слуховий апарат. Да ты ж день, ну просто на ветер. В натуре. Не надо. Как бы так даже в этом батька нашел выгоду. Ну, мы поехали и делали пенсию. Этих денег я не видел. Ще пак! Адже ці гроші тато забрав для нових бізнес-ідей. Хочу посадить ореховий сад. Горох хочу вирощувати, сою хочу вирощувати. Страусов я в этом году обязательно разведу по-любому. Я еще и в депутаты хочу. Ой! Да. Это мне хорошая новость. У меня будет новый магазин бытовой техники. Когда мы уже будем сами для себя жить? Сколько можно тебе магазины, бизнесы? Остановись, хватит. Давай будем уже разгребать то, что наварили уже. Это для кого мы стараемся? Сколько раз вам говорили? Для кого комбайн я купляю? Для себе ты его купляешь, тебе он надо. Офигеть. Надоела эта работа мне, поросята эти. Я пока что не хочу с ними вообще никакого иметь отношения с этими свиньями. С бизнесом этим. Ну, я мечтаю жить в городе. Я хочу открыть СТО, там шиномонтаж, к этому автомойку. Вы будете потом мне спасибо говорить, не переживайте. Чуть-чуть позже, когда вы будете в ресторане сидеть, вам будет по лет 40, например, как мне сейчас. И вы тогда вспомните, откуда у вас это все. Івана Івановича так заціпило на грошах, що за 20 років він так і не помітив, що його синам потрібно геть інше. Не видеть то, що ми хочемо від нього. Видеть в ньому отца. Папа мене нічому не навчив. Научиться на машині їздити? Ні, він мене навчив. На коньках кататися? Ні. Плавать? Нет. На велике кататься? Нет, не он. Как бы такое ощущение, будто нет, не было отца. Обидно за это. Время не вернуть никак. Мне вот хочется, чтобы он был рядом. Тебе хочется просто изменить его. Чтоб он понял, что не деньги важно. Дети самое главное, семья. На всю Украину объясню. Не в деньгах счастье. В деньгах. Деньги – это все. Эти деньги никому не нужны. В итоге и жизнь прошла. И денег нема, и дети уехали. Страшно. Это действительно страшно. Але
Куркуль, дізнавшись, що виграш у хаті на тата збільшився до 50 тисяч, знає, заради чого прийшов. Деньги, 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 деньги. Сьогодні у сільського олігарха важливий день. У мене вечором конкурс красоти «Міс Вселенна». Я та організатор молодець. Конкурс краси у селі? З якого дива, Іване Івановичу? Так як у мене буде новий магазин битової техніки, це буде як би рекламний ход. Подарить как би, за перше місце машинку-автомат. Нехай я обалдею. Ну, второе место. Мультиварка. И за третье место даю сковороду. А остальным там, ну, утешительные призы. Теж з власного магазину. 5 подарков. Что можно придумать? Давай так здесь до 100 рублей. А типа тихонько говорим, подарки я сделал на рублей 180. Ну, чтоб так вот не хотя так вслух. По-богатому. Один минус то, что я чуть-чуть влетаю в копейку. Ну, не так их и жалко на это, когда они приносят пользу. По пачке макаронов им дадим. Ты думаешь так вот? Нормально. А макароны для чего? Не подумают они, что это подколка? Бо там такие миссис писис. Иван Иванович, ты же депутаты митишь, а вони гречку раздают. А почем гречка? 36. Килограмм? Дорого. А, макароны? Макарон 17-18. Вот то, что надо. Не, молоко сгущенное не надо. Дорогое, не, не надо. О, а если по пачке кукурузных палочек маленьких? Сколько пачечка? 5 рублей. Отлично. Шоколадки дорогие? 5 рублей. Отлично, давай. Томатная паста. По рулончику туалетной бумаги. То есть небольшой депутатский набор. Сколько? 92 рубля. Все, лепи. Просто хотелось сразу в лоб дать кулаком. А недорогой ли это рекламный ход? Месяц-два и отобьется твоя эта машинка. Зато толчок. А детям, чтобы дать эти деньги? У нас такого вообще нету. Ты меня не переубедишь. Потому что я считаю все равно себе умнее, чем ты. У тебя не дерьмо так в партии, не в партию так в дерьмо. Когда это все закончится. Я была уверена в том, что это когда-то кончится. Вот я ждала этого момента. И нарешті дочекалася. Здравствуйте. Он заходит. Мужик накачанный. И явно он пришел не за лекарством. Не видно, что у него не собачка захворала или поросенок и коровка. Вот таких не бывает. Видно, он какой себе вот этот стриптизер. Качок. Вот типа Тарзана какой все так. Вот точно, точно. Красивый, молодой, накачанный. Ну так вот оно. Ну чмо. Я приехал за вами. Опа-на! Спасибо! Круче. Іван Івановичу, злякався, що дружину забирають? Ні. Ні. Цвіти. Вони ж дорогі. По 50 рублів. Думаю, там много. Думаю, оптом буде дешевле, по рублей 40, наверное. Но все равно, штук 25 по 40 рублей, 1000 рублей. На неделю, чтобы они поставили выкинуть их, не купил бы. Подожди, подожди. Мы на автоблоке ехали за зерном к деду. А тут колоптик и хаммер стоит. Смотри какой. Опа-на. Это ваш новый папа, типа. Привет, папа. Девочка такой классный. Подожди, а в аптеке кто будет торговать? Ох ты! Не вже дійшло, що дружина їде. Ох, ёлки-палки. Нет! Это хаммер. Вау! 1100 стоит. Я была очень счастлива.
потому что наконец-то я поеду, отдохну. Я не буду на этих поросят, на это хозяйство, на эту работу. Так рад был за ее, что словами не передать и в сказке не описать. Нехай отдохнет. Лише коли авто за 100 тисяч заховалося за рогом... Тогда, кажется, дошло. Ну что, забрали. А теперь поем песню «Исчезли солнечные дни». Небо голубое, жизнь дерьмо. Работа море, а кто тут будет? Что делать? Якщо? Сдавай за прилавок. Сейчас я вот брошу все, пойду тебе лекарства давать. Ты чеши конкурс, алло. Я-то в жюри. И люди приглашенные. И что я скажу? Извините, у меня ночевойка уехала, я не могу вам ничем помочь, да, проводите сами. Это неправильно. Надо маманьку вызывать. Здравия желаю. Он такой растерянный, я его таким не видала. Он ничего не знает без ей. А куда и что? Ничего не сказали. Вот, с большими букетами розами. Штук 20. Сам не дарил никогда, вот штук так 20. Тебе и надо. Да я бы жизнь бы столько не подарил. Вот я... так тебе и надо. Хоть отдохнете, она тут как у котли кипит. На Хаммере, видите ли. На чё? Хаммер. Джип такой, ты даже еще не знаешь. По телевизору видал. Ну, хоть у жизни раз прокотил. Ты в шоке, да? Ну, а ты остался лавка с товаром. Пусть попробует, как она. Пусть попробует. И на работу, и хозяйство. Не попробуешь, а попробуем. Теперь аптека твоя. Я поехал. Езжай, Ваня, езжай. Ты бегом домой. Ну, чтоб, думаю, дети не расстраивались, не переживали за маму. Надо их чем-то отвлечь. Вы работаете, а я на конкурс. Папа, как всегда, в своем репертуаре. Мы на конкурс хочем сходить. Он будет там развлекаться, а мы будем пахать. Это несправедливо. Это не обсуждается. Все, по работам. А тато, вырядившись у свой найдорожший костюм, поспешає на конкурс. И пошли все в... О! Щойно подаївши корів, люди з усього села зібралися на гламурну подію. Зал забитий. Вообще забитий. Так, на випускной. А для суддівства з'їхалися всі олігархи району. Це мої друзі. Глава Ассоциації мелких і середніх фермерів Балашев Дмитрий Андрійович. Димуха, он как бы более понимает в женщинах, помоложе. Где-то вот 20 и выше. Частный предприниматель, владелец сети магазинов хозтоваров Блинов Сергей Федорович. Серега, Блин Клинтон я его еще называю. Как бы рассуждает по-хозяйски. Что, что ты вышла мне там... Жопой протрусила. Ты покажи, как ты готовишь. Вот. Генеральный директор агрохолдинга Дубровин Олег Леонидович. А Олега я взял, потому что он трошки как бы на интеллектуал женский. И главный спонсор нашего праздника – Кожанов Иван Иванович. Я себя чувствовал как директор. Да, прямо чувствую делки аж... Взмокали коломини. А это уже как-то приятно. А ще більше тішить Івана Івановича те, що заради його призів зібралися перші красуні села. Встречайте наших красавиц. Учасницу под номером 1 Ольгу Шульгину. Я лучше всех. Я молода, худая. У меня самое красивое декольте было, так что... Ну, что толку съесть? Вам не нравится полный. Татьяна Тульченко!
Интересно, с изюминкой. Любой мужчина во мне что-то найдет. Главное, чтобы я в нем что-то нашла. Походка от бедра. Та что ты, что ты. Одной ногой пишет, другой зачеркивает сразу. Наталья Борисова! Екатерина Бурунова! Прошу приветствовать Татьяну Абрамочкину! Елена Привалова! Лариса Черниговская! Лариса Гуслякова! Схоже, сьогодні і справді буде з кого вибрати головну красуню села. Нынче солнце, хоть на час из-за тучи выглянет. Нынче каждая из вас королевой выглядит. Мне 22 года. Я мама и жена. И что это, показатель? Да у нас сейчас рожает каждая вторая ради вот этих денег. Я совершенное несовершенство. Как утренний рассвет прекрасно. И как луна, коварна и опасна. Прости, дорогая, закрой двери с той стороны. Танюха, то покажи класс. Без вопросов. Я была мисс Приднестровья института. Я понимала, что у меня есть пару поклонников в зале, которые там... Мы ждем. В одной деревне непростой жила простая многонациональная семья. И тут явилась я. Ну так я и Танюха по жизни. Ну как танк. Что не пропрем, то протолкаем. Жюри, приветствую я вас. Сегодня вы глаз да глаз. Вы собой украшаете место. Будьте нам интересны. Богиня. Детки подойдут к жюри и будут показывать фотографии. Я буду варить стишок. Что ты как оделась, как бабка? Одень нормальную юбочку, покажи сисечку. Есть что показать, покажи людям, нехай завидуют. В детстве мама пела. Ай, тюк-тюк-тюк-тюк-тюк-тюк. Лорка лучше, чем хлопчук. И коровочку подоить. Фотография, где я корову даю. И полочек подмететь. И картошку выкопать. Вот там голая, копаю картошку, Иван Иванович. Знаешь, вот точно как в словах. Улица, фонарь, река. Я дипломант, рассказываю вообще стихи. Я бываю такая разная, то капризная, то прекрасная, то страшилище опупенная, то красавица, мисс Вселенная, то покладиста, то с характером, то молчу, то ругаюсь матерно. Вот Лариса, она возьмет своей харизмой. О, она такая, с изюминкой, с искриночкой. Мы просто очень хорошо дружим, общаемся с семьями. Не больная я, не в психике трещина, просто я стопроцентная женщина. Все было классно, все было хорошо, все идеально. А вот решта участниц. Неинтересный. Я такая, как есть, я умею любить. И такая, как я есть, на свете одна. Дешево одетая. А меня зовут Наталья, мне 22 года, я замужем. Ты там толстый. Прошло совсем немного лет, когда свершилось чудо. Явилась я на белый свет, всем ведомо откуда. Скучно было. Мало удивили меня. Ты на сцене, перед зрителями, перед телевидением. Что-то придумай такое... Поживей, покруче что-то. А пока наша прекрасная участница готовится к следующему конкурсу, я хочу напомнить, что спонсор нашего конкурса – ветеринарная аптека «Айболит». Ваши животные в надежных руках. Не всегда это важно. Молодой быть, красивой. И иногда еще нужно ум. Как зовут Билла Клинтона? Еще раз. Как зовут Билла Клинтона?
Как звать Билла Клинтона, не знать? Эй, куда я попал? Где ваш IQ? Повтора требуем, на бис. А от у Танюхи з інтелектом точно проблем не має бути. Я поступила в институт. 2 года я проучилась на контракте. Я перешла на президентскую стипендию. В каком городе находится Пизанская башня? В Париже. Это нормально? Пизанская. В рифму сказать где? Пизе. Назовите первую столицу Украины. Подсказки есть? Ты шо, с колхозу? Не знаю. Лариса, кто открыл Америку? Я. А шо, есть сомнения, чи шо? Я не знаю. Я не знаю. Берите, пожалуйста. Где находится Голливуд? В Голливуде. Вы что, не знаете? Сколько в Украине морей? 1. Назовите синоним к слову «сильный». Слабый. Синоним. Вот эти вот блондинки меня опозорили. Перед всем селом. Самая дорогая валюта – доллар, фунт, евро. Фунт. Слава богу! Танька мне что правильно ответила. Я вообще не люблю тупых баб. Чесно. Після такого розчарування покращити настрій Івана Івановича може лише одне. Спонсор конкурса «Міс Великоплоская 2017» – ветеринарна аптека «Айболит». Ваші животные в надежних руках. Реклама – це ж двигатель торговлі. Все, продовжуємо. А мне хотелось бы показать традицию нашего села. И пирогов напекла. Это мне очень понравилось. Я очень, нет, не серьезно, я очень старалась. Ларис, дома поешь своих пирожков уже? Стаканчики на место. Хороший стол накрыла нашим мужикам. Что еще надо? Побачивши, що суперниця дістала найсильніший козир, на. Дівчата зрозуміли, час діяти рішуче. Оригінальнічую, щоб було шоу. Іван Іванович, якщо ви не будете проти, я вас приглашу на стульчик. Я пішов. Нічого не підозрюваю. Офигеть. Массажи я владею всеми видами, начиная от лечебных до расслабляющих и эротических. Да. Очень мне понравился. Да. Могу садиться на шпагат. Неожиданно. И даже один раз у меня получилось языком поднять 5 копеек с пола. Она молодец. Мой талант не заключается в том, что я умею петь или танцевать. Но я прекрасно готовлю. Этот торт был мой самый лучший. Даже я себя такого не ожидала. Очень вкусно. Я знаю, что вот ее свекровь всегда просила мою сестру печь ей торты. А ее торты я вообще не видела. У меня любимое хобби – вышивание бисером. Мастерю, леплю и клею разные поделки. И что с этого? Ничем не удивило. Сильная, смелая, как лебедь белая.
не фонтан. Наїлися. Напилися. Пісень послухали. Тепер настав час поблагодарить наших главных спонсоров. Кажанов Иван Иванович и ветеринарная аптека Айболит. Ваши животные в надежных руках. Іване Івановичу, та годі вже. Усім не терпиться дізнатися імена переможниць. Переживала страшно. Серце билось, таке відчуття, що воно зараз вирветься, і внутрі так от по капельці. Мені би хотілося, ну, головний приз – стиральна машинка. Вот для мене це був стимул. У мене машинка є, мультиварка у мене є. А от сковородку я собі давно хотіла нову. Не дождешься. У меня последний раз сковородка менялась 10 лет назад. Вот я боюсь, как бы ни было, чтобы они патлы один другому не повыдергивали. Звання другої віце-міс та сковорідку виборола... Ольга Шульгина. Оля, она как бы молодая. Тоже при себе. Заслуженно, заслуженно. Это то, что мне сейчас нужно. Я считаю, это недостойное. Да, она худенькая, стройненькая, красивенькая, но... Мужчины не любят биться в скалы, они любят кататься на волнах. Ну, дай бог, ну девочке надо, 22 года, стимул, жизнь начинается. Она из бедной семьи. Танюха, чого носа повесила? Может, тебе мультиварка дістанеться? Если я сказала да, конечно. Титул першої віце-міс отримує... Лена Привалова. Лена, вона, ну, і хазяйка, і відная, і що ще треба для мужика. Я звезда. Да. Все, пожалуйста. Йохан і Бабай категорично недовольна. Таню, не засмучуйся, ще пральна машина лишилася. Міс Плоске. Міс Плоске! Лариса Гуслякова. Первое место, чего Лариска взяла? Ну, например, не всегда ж быть супер-супер красавицем там первое место занимать. Во-первых, она артистка. Ну, без комплексов. Да, ну, ты что, ну, пузата, ну, да, там, чуть толстый. Ну, ну, и что тут такого? А тут что, на, наш погад, как сел, да? Справедливость есть справедливость. Честно? Ненавижу ее. Тань, да вы ж подруги! Вот Лариса, ну она такая, с изюминкой, с искриночкой. Мы просто очень хорошо дружим, общаемся с семьями. А что скрывать? Все мы бабы-стервы. Я вас люблю! Я вообще не ожидала, что мне достанется стиральная машина. Я очень рада. Спасибо огромное Ивану Ивановичу. Обидно, что не я. Я очень старалась, скажу честно. Я очень старалась. К сожалению. Все девочки не останутся без внимания. И каждая из них получит утешительные призы от Ивана Ивановича. А там, как мы помнятаем... Томат-паста. И... Макароны. И Аля с мылом. Да. Молодец, думаю, сам себе. Ну, сам себе не похвалишь, сидишь как... Вот. Макароны, порошок. Извините, я макароны каждый день могу жрать. Чтоб возмущаться? Дареному коню в зубы не глядять.
Не надо нам макароны, фигуру портить. Мы себя хотели почувствовать с женщинами. Мог бы хотя бы нам дешевую бижутерию подарить? Зажрались. Молите Бога хоть макароны, а то вообще ничего не дал. Расстроили меня. Спасибо всем. Поеду я домой отдыхать. Попри те, що Оля – дружина олігарха, сьогодні вона вперше в житті летить на літаку. Так мені було страшно. Але потім, коли от гори показались, там було взагалі так красиво. Відпочиватиме Оля в п'ятизірковому Єгипті. Саме тут мама відкриє для себе секрет краси Клеопатри. Так класно було, що я буду всю життя так помнити. Та на власні очі побачить перше диво світу. Тут так красиво, я просто влюбилась в цю країну. А просто зараз на Олю чекають розкішні апартаменти. Це що, все для мене? З чого ж починати? Здесь можно просто отдыхать и наслаждаться жизнью. Сьогодні перший вихідний не лише у мами, а й у Жені та Кості. Ми сьогодні віддохнемо. Бо замість них працюватиме татко. Все, лафа закінчилась з нього. Графік. 25 пунктів. Вот это вот кальдобарет. Кордебулет. Папа очень сильно удивился. Просто приготувати оладки з яблуками. Да лучше мне в говне поковыряться, чем оладушки печь. Это в натуре. Я ж не знаю, как их делать. Пошити наволочку для подушки на замовлення. И не умею шить. Запекти качку з яблуками. Вот яблуками будет и оладики з яблуками, и вутевом з яблуками. В 00:45. Відбій. Бідний загнеться там. Я-то їх у житті ніколи не пек. Мамань, а як робити взагалі оладушки? Вона говорить, яїць, кисляка, молока і муки. Щоб вам пушистий треба були, треба соди чуть-чуть. Та його ж з уксусом треба, що ж ти кинув? Нічого страшного. Опа, це мухи, це нормально. Коли глядиш по телевізору, як вони з теста там роблять шедеври. Та що ти, що ти? Я не змогу такого. Та. Ай да папа, ай да молодець. Да? Вкусные? Ах. И вкус был пищевой соды. Вот. Женя, молча жри. Тесто. Оно еще ж к зубам прилипнет, еще и к небу прилип. И так, сидишь его, пытаешься водой пополоскать, хоть тесто-то смыть. Это ужас был. Жрите молча, какие есть. Будем мы с тобой голодные. А от свині голодними не сидітимуть. Тільки свиням любиме моє удовольствие ходити. Це ж така ж сама любима моя худоба. Дівчатки,
Поднимайтесь. Мои кабасики. Нате, 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 нате. Чтоб вы у меня росли, жили и процветали. Позгребал. Тихай, тихай. Я не знаю, что она там может жалуется. Это фу. Я что, думал, на джипе пойду? Ага. Мама на машине ездит? Нет, не ездит. На велике. Вперед. Ты шо? Как это, папа и велик? Да ты шо? Ну, елки-палки. Ну, такого никогда не было. В классе восьмым на лесопеде ездил. Больше никогда в жизни на велике не ездил. Вышли попрощаться и посмеяться. Ну, больше посмеяться мы вышли. Иван Ивановичу, и як тобі педалі крутити? Хорошо. Нема вот этого лобового стекла, вот это вот, что закрывает свежий воздух. Маленькое но. Чуть-чуть. А тут что, падла, природа против меня. Ветер на меня ухарю. И горка. Ветер ухарю, я за километр уже соскучился за машиной. И вот заметил, в машине чуть легче ехать. И как-то сидеть удобнее. Ноги болят, велик, велик, дают о себе знать. Чого ти стогнеш? Ти ж і кілометра не проїхав. Тяжело педалі крутити. Страшні мислі мене почали посещати. Скільки мопед купити? Ну, може, відпустити? Не знаю, не знаю. Накрутившись педалі, тато сподівається, бодай в аптеці відпочити. Сядем, посидим. Добрий день. Ну, оказывается, нет. Тонечка, привет, моя лапочка. Только не грузи, давай что-то сразу потихоньку. Дай мне, пожалуйста, выпейку. Три стаканчика. Сейчас, сейчас, сейчас. Все. Какая-то баба пришла, корова захворала. Мне надо вот что, капельницу поставить. Что там идет, глюкоза с кальцием? Кальций, да, хлористый кальций, да. Вот есть глюкоза. Я думал, это а у меня беда оказалась. Как папа Карло. Как. Давай мне то, что я беру себе. А что ты берешь того? Порошок, что курям даем, чтобы не отклися. На два. 60. Куры оклевывают эти перья, что им надо. Думаю, как это Волька говорит, я ни на минуту не присела. Думаю, увидал, можно так. Клянусь, Тёше, тяжело. Я и согласен был аптеку закрыть. Иван Иванович, а як же прибуток? Да не думал я уже заработать. Я уже думал ее лишь бы отработать день. Ты чего взялся? Доки клиентов немає, наволочку шей. Я знаю, что такое машинка. Но я не знаю слова, как на ней работать. Вот. Хорошо, что мне же Колобок, друг. Он там рядом у его магазина автозапчастей. А вспомнил, что он обувь прошивает. То есть уже с нитками хоть дело какое семей. А ты где? А ты? Иди-ка ты на минутку сюда. Срочно. А мне ж по времени. График какой. Мне надо сейчас пошить наволочку. Ты с ей тут, Вольке, помогал ей? Нет. Как нет? Ну хорошо, хоть он видал. А я что, даже и не видал? Вот так. И что? Не, а то я потом, чтобы заворачивать, чтобы подушку. Вот это, понимаешь? Засовывать. Ух ты, да хоть бы дырку какую-то сделать. Смотри, я вот так вот обошью, так. Так, вот так вот оставлю. Ну что, подкрыл, подушку засунул. И будет красиво. Все, учись, студент.
Когда начал шить, ой, нитки нема. Только заправил. Бррр, а, класс. Кончилось. Нитка опять не идет. Ой. Опустись эту. А, осел. Господи Иисус. Аминь. У меня даже пальцы на ногах напряженные были. Ну как, это же ответственная работа. Пошло. Пошла жара. Получилось. Смотри, есть? Я таких наложек же не видал. Главное, чтобы клиентке сподобалось. Ну, братенька, гляди. Какой хрен шьет черными нитками? А ну, деревня отстала от жизни. Это сейчас вообще, это во Франции только шьют так черными нитками. Ты даже не завернул, как положено. Он подворот мне сделал. А мне надо было красиво, Налочка. Да я тебе говорю, это шедевр последний. Нехай бы на своей подушке одевал бы такую Налочку. Сколько ты дашь вот за этот шедевр? Рублей 100. Думал, так будет Налочка. Я ничего не дал вообще ни копейки. Ты шо? Я шил! Нет проблем. Я шил! 3 2 Ну, нема 5. Только 3. Ну, думаю, за трояк сойдет. Кусок материала и то. В магазине тряпка стоит 6 рублей. А это, гля, какой большой. С ружьем стрелять не будет, продадим. Все. Совесть им. Ну, бабы. Короче, навара никакого. Так. Все. Плохое настроение. Добрий хоч додому на велосипеді з гірки котитися. Статусу не позволяет, а надо сделать. Надо. Канализации полные. А, сейчас будет пахнуть. Все для блага, все для народа. Меня мурашки по телу от этих вот, от... Мук. Муков. Мукев. Как это? От муки. Пару яиц хватит. И сода. Начал месить. Как она мялится? Липнет везде. Вот это вот я и не могу. К столу липнет, к рукам липнет. Не уносит, не почухать, ни об жопу не потереть. На таткові пиріжки вже й дегустатори тут як тут. Вам що, нема що ділати, роботяги? К нам приїхали Максим і Віталік. Хороші наші друзі. Офігеть, помочь, друзей привели. Що ви хочете? Поздоровайся з ним. Здравствуйте. Ви свободні, товариші. Когда тетя Оля дома, мы приезжаем в гости, то она очень дружелюбная, она гостеприимная, зовет нас сразу за стол. Тетя Ваня нам не обрадовался. Я откровенно говорю, вы мне тут надо. Я и так не успеваю. Аби якнайшвидше здихатися непроханих гостей, тато вирішив нагодувати їх ранковими оладками. Горьки. Ось сразу такий скріп по зубам. Думаю, откуда там песок? Ну, может, может и упал какой-то оладушек на землю. Ну и что? Что вы приперлись сюда жрать? У вас есть родители дома? Дома и жрите. Вид такой гостинности. Идем по графику. Трошки квадратные пирожки, ну ничего. У меня гробы получались какие-то, не пирожки. По телевизору буду глядеть, как я вот эту вот... Буду смеяться, базару нема. Боже, как вы себе заржете, так жинка сразу. А попробуй ты сделать, а он и... Шлепай. Аж урыло летит вот это вот. А-ла-ла. Опа-на. Да, классно. Пирожки у папы не получились. Тесто было как камень.
ешь и плачешь. Батька делает пирожки, молчи. Томатный сок окуни, откиснет и опять ешь. Это очень вкусно. Все, что папа не делает, папа молодец. Он котам отдал. Ах вы подлёки. Не подыгрывай, думаю, меня. Мы за этот день не зарабатываем, а вы кривитесь. Если я не выполню задание, папа не получит денег. Пофиг. Ну чего ты? Я должен красить. Дед Миша, это мой крёстный. Вторые родители. Деду уже 86 лет. И кроме меня ему помочь некому. Физический мой труд, вообще, он умственно очень дорогой. А физически он бесценный. Бесценный. Иван Иванович, а це ты ще навіть фарбу не купив? А сколько стоит? 17 щетка, 145 краска. Банка? Вот она цена. Да. Я думал, она рублей 30. Угу. 180 рублей я отдал на деда. Катастрофа. Бутылка водки забыл, что. А це тебе для чего? Думу подкуплю, и он скажет, я передумал. Дедушка, ты же мне катастрофа. Можно откупиться, че нельзя? Да хватит. Ну так. Дед не дурак. И водку взял, и хронтон заставил красить. Там лестница уже еле-еле-еле. Ну, боюсь я высоты. А что, мне-то надо делать? Дивіться далі. Миттєва карма. Спустился. Красочку развесть. Сделай чуть-чуть реже, чтобы сэкономить. Что выиграл? Я осел. 145 рублей в жопу. Супер страва для родичів. Что у нас есть? Мед, сахар, мука, яиц, кукурузы туда, сельдерейчик, ну, петрушечки, вишни. Яхва. Козья какашка видна. Самое максимальное, только понос мог бы быть. Та чи зможе хата на тата перевиховати скупердяя? Долг отдать. Это денег сколько? 280 тысяч долларов. И ему крышка. Я был в шоке. Олігарх до роботи привчається, хата на тата повертається. Великоплоський мільйонер. У мене тільки немає металургічних от цих заводів, мабуть. Все, а так, мабуть, мені все. В якого за наймитів власна родина? Весь день в дерьмі, без вихідних, без прохідних. Поросят, можна сказати, ми вирощуємо, Женьки. Ну, хлопцям помагаю. Ти вже старий, тобі все равно. Все равно здихай. Сам у своєму бізнесі ні за холодну воду. Главное організувати. Алло, здоров, товариш. Ти ж серйозний пацан. Та отримавши графік дружини. Просто. Нарешті відчув, що таке справжня праця. Клянусь, Тёше, тяжело. А від наступного пункту графіка у татка ще й ноги підкосилися. Ну, боюся висоти. Гля, да ну я... Ні. Там лестниця вже еле-еле-еле. А що, мені-то треба робити? Полез я. Тихо. Стрёмно. Если бы я ел и пил, то были бы запахи испуга. Я не боюсь. Тихо.
Точно будешь там до вечера красить. Хоть бы не... Ну, дед, я тебе тоже это вспомню. На олігарха за роботою збіглося подивитися пів села. І так що хорошо, хоч він чуть-чуть на окраїні жить, а не в центрі. Це б там зібралось би народу, як на базарі. Саша, це ти хочеш у YouTube виложити? Соціальна сеть. Я войду в історію, Саня. Да? Давай так вот. Да. Прославлюсь на всю Украину. Спустился. Красочку развесть, сделать чуть-чуть реже. Ну, чтоб сэкономить, чтоб хватило. Что вынул? Эх, Иван Ивановичу! Недаремно кажуть, скупий плати двічі. Я осел. 145 рублей в жопу. Ще банку купиш. А это ще 145 рублей. І їхати ще пол-літри солярки, і ще 10 рублей. Да лучше б я з лестницей. Купив. Все, чао, крошка. І опять к деду. Бегом, все ж бегом. Мені треба було докрасити. От сусіда ще там приташив мені лестницю. Новенька, крепка, хороша. Ну, маленька. Ну, теперь можно бабу кликать тебе. Ты ж уже в одноклассниках не сидишь, одноклассники кончились. Отца. У меня у краски было что? Все, наверное, кроме кукунчика. Сделал я бравенько? Бравенько. Допоміг Оліним родичам, тепер і своїх порадуй. Я не знаю, для чого мені дали вот это задание. Ти ж ані копійки не платиш батькам за роботу. Тож Оля намагається віддячити їм принаймні гостинністю. Оля нас кожну... Две недели. Приезжайте на ужин. Я тортик спекла, я там пиццу спекла. То пельмени, то приезжайте вареники с вишнями. Тож и ты, Иване Ивановичу, маешь приготовить чимало. Качку, вареники с вишнями, салат и торт. Синишь грудь только на шару. Отварить надо утку в первую очередь. Ну мне надо теперь что? Сварить вареники с вишней. І аби вкотре не мучитися з тістом, тато взяв те, що лишилося з пиріжків. Я його катаю. Столу прилипло. А отстал, стола подтрусив, там качалка. На качалку починає наматуватися. А як їх розкатати? Як асфальт у нас. Це мука. Пекло. Так липнет везде, а как начну сейчас вареники делать, прилипнет. С трудом, конечно. Нарезал этих кружочков. Сложил эти кружочки на кучечку. О, только не это. Только не это. Кизяк такой получился. Взялся разбирать это. Мне лишь бы, чтоб они не отравились. А вкусно, не вкусно, это уже второй вопрос. Налепил этих вареников. Так, ну их же долго варить. Через две минуты сварились. Хорошо. Иван Ивановичу, а тебе еще торт пекти. Вы мне как знали, что я с тестом вообще не друг это мой, враг. Тож тато вирішив полегшити собі життя. Езжайте-ка коржиков купите. На торт, медовик, так и называется. В своем репертуаре. Начал нам указ давать. Купили.
приготовим сейчас. Надо туда начинку. Что у нас есть? Молоко есть, масло есть. Два яйца сырых. Вишни. Мед. Сахар. Мука. И это все мы тщательно сварим. Хорошо. Ну как это может быть вкусное? Ужас. Йохо. Сиреневый цвет, сиреневый торт, сиреневый медовик. Ну, немножко дает там детской неожиданностью. Но это и есть неожиданность. Прекрасно получилось. Назовем ее «Медовая фантазия». Если бы мама приготовила нам постоянно такие торты, то мы бы сладко уже бы не любили. Поквапся, скоро гости прийдуть. Салат надо сделать. Я купалась в такой классной ванной с молоком. Я тебя чувствовала в этой ванной Клеопатрой. Я счастлива. Доки мама відпочиває від метушні, тато так закрутився, що геть забув, що 2 години тому качку поставив варити. Ой. Даже бабушка, дедушка это все будут есть. Нехорошо так. Ничего страшного. Пожруть. Яблок напырял ее. Майонезом обмазал, посолил. И все. Отправляем в духовку на сколько минут. Не встигла качка допектися. Здравствуйте, как наш тут повар? Заходи, садись. Не мог их дождаться, чтобы они быстрее приехали и уехали. Чтоб птичку поставить, что гости были, званый ужин кончился. Все. Стол накрыл. Утка, конечно. Одни косточки торчат. Слушай, а что ты не так слеплешь? Положи сок вытекай. Там страшно было глядеть. Сколько живу, что такие не видал вареники. Хорошо, что дома трохи поел. Ну, знал, что там не будет такого хорошего, ничего. Ну, что он может? Может, хоть десерт у татка вдався. Торт это супер. Вид не сказать бы, чтоб супер. Он по патьке поляди. Вид не супер. А какой человек хороший, понимаешь? А вид не супер. Молчи, торт некрасивый. Зато какой вкусный. Ты только попробуй эту начинку. Ну. Очень сырой. Не, я не буду кушать. Салат очень вкусный. Мне понравился. Я только салат ела. И вот вареники им не такие, торт не такой. Кажется, это вы уже зажрались. Плохо. Пошли. Дома ешьте. Тож родичі пішли голодні. Схоже, сьогодні в цьому домі нормально їстимуть тільки свині. І вже втретє. Опять свині. Дівочки! Вон, гляди, опять. Тико! Что, отдыхаете, они вонючие какие. Ты шо ж, свинями воняю, бомж Василий. Кашляйте. Будет трусить только от этого слова, свиньи. Как человека возьми, обкормите меня апельсинами, что он уже потом на них глядеть не может. Лучше я держал бы пяток поросят. Все, нафиг. Тяжеловато, реально. Всем спать. Мне надо еще работать. На столе прибрался. Помыл посуду. Все пожрали, мне мыть посуду.
взял пылесос и погнал по хатам пылесос. Скотина. В уголке нашел кошиное говно. Эх, Иван Ивановичу, а сколько ты еще не знайшов? И оно вонючее. Очень. Мухи сознание теряли. Не будем эти отвлекаться дальше. Пыль вытирал везде. Папа метал-то, как пчелка моя. Туда-сюда, туда-сюда. Было бы что с ногой делать, я бы и ногой бы делал. А можно анекдот расскажу? Агроном и директор говорит, ну, что там на тем поле надо косить там, траву эту? А есть там Ванька, ну, поехали проверим. Подъезжают и смотрят, а он сам косит. А этот стоит директор, смотри, вот видишь, он как косит. Раз туда, а назад в холостую. Давай ему косу и туда приделаем, чтоб он и туда косил, и туда косил. Давай. Приезжает, он косит туда и туда. Слушай, а если ему приделать вилы, чтоб он шей грузил? Хорошо. Приезжает на третий день. А он как увидал их, как побег утекать. Они его догоняют, что ты утекаешь? Мы тебе приз хотели привезть. Фух, я думал, вы мне что в жопу грабли хотите засунуть, чтоб я еще и сгромаживал. Так и мне. Я пытался снять паутину, а снял шпалеру. Колька сказала, я бы сказала, что ты специально оторвала. Наверное, будем ремонт делать. Наверное. Я вот так подумал, подумал. Вичавлений, як лимон, тато вимив ще й туалет і ванну. Відпрацювавши день як дружина, сільський олігарх спочатку побубнів. Ти ж от спеціально хочеш мене сломити. Я вспомнив Сильвестра Сталлоне, коли його в тюрму кинули, і там його били-били, колотили морду в жопу, приворотили. Хотели его сломать, а он врагу не сдается, наш гордый варяг. Так и убили. А мне что, не убили пока? Ну, издеваются. Потом пожалился. Конечно, тяжело уже в конце рабочего дня. Да я не мог уже стоять. Мне и спина, мне уже перекрыло всего. Я, значит, так заморился. И лишь потом вызнал. Очень тяжело. Очень. Ну, много работы. Много, много. И даже не могу ночи повспоминать, сколько я работы поподелал. Иван Иванович зрозумів, що перетворив життя своєї дружини у справжнє рабство. В шахте, наверное, легче. Легче на рудниках. Завтра ще мог би видержати. Послезавтра ще не знаю. И еще приходишь, не досолило. Что-то тут вот не докислило. Что-то... Теперь никогда в жизни не скажу. Потому что видал, как мне неприятно было, когда меня дед той вареники поднял. Не буду кричать, что обувь стоит на проходе. Значит, она не успела. Молча уберу сам. Я обалдел. Просто я был в шоке. Для меня это было... Приятно, очень было приятно. Я пошел спать. Все. После вчерашнего выпробования графиком. Честно, страшно. Очень страшно. Вот этот проект, он трошки какой-то невезучий. Что я боюсь, и то обязательно к мне приходит. Я даже не знаю, что тут может быть. Я уже иногда не понимаю, сплю я или ужас и снится. Вот так вот. Ну, я сразу с первого и последнего пункта. Ему крышка. Придбати и встановити кухонный гарнитур. А что такое гарнитур? Кухню?
У найбагатшої людини села кухня вже на ладан дихає. Я вчора віддав. Ви от продумані. Ви ж мені заставили сперва на цій кухні поработати, а потім купити. Якщо б ви мені сказали, купи кухню, а ще що? Так це ж деньги. Хорошо. А вдруг найду кухню за 1200? Він буде пытаться до последнего как можно больше сэкономить, как можно меньше потратить. Повернути синівський борг батькам. Да, я их люблю. Они мои родители. Они... Только при чем они вот их сюда приплели? А як при чому? Ти ж у погоні за грошима експлуатуєш навіть власних батьків-пенсіонерів. Я тебе пригласив чуть-чуть помочь селітру розгрузити. Чуть-чуть. Дід помагає все время, позвонив, сразу приїхав, все делает. Сам по 4 тонни тягав. І навіть рідну матір Іван Іванович не жаліє. Я також работаю без ні копейки, нічого. А коли ж батькам потрібна допомога, Івана Івановича, який живе на сусідній вулиці, не дочекаєшся. Ну, є свободна минута, зайди. Нема мені коди. 8 марта, хоч би мамки позвонив. А вон же Гитцел даже не позвонив. Я вже сам так думав, глядь, чого я мало к мамки внимания обращав. А їй це приємно, що я захожу. А час вон приїхав к нам, а нам як бальзам на серце. Знаете, когда этот анекдот? Зять теща говорит, теща, сбегаешь за пивом? Ты что, дурак, молодую нашел? Сейчас. Я тебе 50 рублей дам. Ого. Теща, дай тебе подсрачник дам. Дам 100 рублей. Да ты что, не? Дам 200 рублей. Ладно, бей. Подсрачник ей. Опять сидят пьют. Жена звонит. Ты маме пенсию отдал? Отдаю потихоньку. Так і я їм віддаю потихоньку. Влаштувати для синів незабутній день дитинства. Так от і пишуть. О, що це за да дійство в їх нормальне дійство. Що ви корячите? Взагалі приношені якісь. Обидно, конечно, когда 20 лет, а ты еще не был нигде толком. Ну, наскочив сидеться с поросятами. Работаем, работаем, работаем и работаем. Тож і не дивно, що ані в дитинстві, ані зараз хлопці не знають, що таке відпочинок. Повеселіться, порозвлікати, ні. Одна економія. А найстрашніше, що жалів тато для дітей не тільки гроші, а й емоції. Як в дитинстві навіть, щоб вона там сонечко крутила, щоб не покрутити, не покидати вверх. Ні. Оля мріє, щоб чоловік надолуже втрачив і подарував синам спогади, яких у них ніколи не було. Якщо б зібралася і поїхала з ними куди-небудь віддихнути на цілий день, допустим, я думаю, що вони були просто щасливі діти. Во-первых, общение с папой целый день рядышком, без поросят, без криков, без телефонов, без постоянных этих звонков. Давайте отвезу в Дом культуры вас бесплатно, концерт поглядите. Незабываемый. До приезду мамы передати под керівництво Кости частину бизнеса. Не себе, Якщо Женя категорично налаштований поїхати в місто, то Костя не проти залишитися в селі і займатися магазином. Цікаво для себе дожити, спробувати. Жалко, звісно, я все бросив, все, я не знаю нічого, от тобі бізнес. Ну, він його запорить. Іван Іванович, тоді навіщо обіцяв? Тобі кого ми стараємося? Скільки разів вам говорили? Все одно це все дітям залишиться. Ты уже нехай, нехай внедряется. Я вам тебе передаю свиноводство.
Иди к свиньям управляйся, что я тебе? Ну, что тут, мозгов не надо. Да? Давай магазин лучше. Тильки после папиной гайки смерти. Наступне завдання – це те, чим таткові давно вже треба було б зайнятися – покращити слух Жені. У Женьки поражен слуховий нерв. Чому я ще пилявлю? Тому що сам себе не слышу. Ласточки, цвірчки, кузнячки, лягушки. Я ніколи в житті такого не слышу. Коли ми лежимо, дівчинка, вона мене так подуха. Я тебе люблю. Я так, що? Как друзья тоже прикалываются. Ну, ты что, глухой, что ли? Ну, просто хотелось бы, чтобы какую-то хорошую клинику, хорошего врача найти. Просто, чтобы, ну, побольше может узнать об этой болезни. Может, какие-то новые технологии есть. Але в тата на це лише одна відповідь. От этого не умирают. Работоспособный, нормальный чувак. Правильно? Правильно. Тебе все ж хорошо. Ты что, вот меня слышишь? Женя! Оп! А? Слышишь? Видишь? Конечно, хочется, чтобы у него был слух полноценный. Чтобы он был нормальным ребенком. Чтобы он не чувствовал себя каким-то там обиженным или униженным. Пойдем в взрослую больницу без проблем. Розповісти односельчанам историю своего успеха. Фух, ну лекция. То есть это уже легче. Лекцию, да прочитай. А что там ее читать? И для народа полезно, поучительно. У меня все есть. Все есть. Бизнес идет. Что тут скрывать? Молодец я. Он захотел, организовал. А разгребать должна я или дети. Хотелось услышать просто слова благодарности за все это время. Давайте деньги. Іване Івановичу, спершу завдання виконай, а потім гроші. Поїхали к родителям. Это проще простого задания. Звісно, адже куркуль, який цінує тільки гроші, впевнений. Я беру зараз деньги. Мама, на, до свидания, все. Тут мені дали задання повернути синівський борг батькам. Скільки я там должен? Ти дурачок чи що? Не треба нам гроші. Деньги – це навоз. Сьогодні нема, завтра воз. Деньгами це не зміряється. Ну, а для чого ми живемо? Щоб деньги у кукушку слажувати, чи як? Хорошо. Що треба? Внимання. Першим ділом – внимання. И забота. Ну, о стариках что надо? 100 раз говорила, что это внимание дороже денег. А он редко приезжает, 2 недели раз. 200 давление было ночью, хватануло. Ну, есть свободная минута, зайди. Ну, мам, как ты тут? Здорово? Ну, все в порядке, ну, еще. Не можешь приехать? Позвони, как вы там? Мы же уже не молодые. Ай, фигня это все. Меня нема когда. Зрозумівши, що гроші тут не допоможуть, поїду я домой. Мені треба прочитати лекцію. Це ж не вареники лепити, це філософствувати, це взагалі не хрантон красить. А язиком трепати тут, особливо, якщо бачиш, що уші не розуміють, то тут мені карта і йде, нечого робити. Перше. З чого це все почалося? А, да я перестав на кого-то працювати. Получаешь ты 3000 в месяц. Все. Как ты не работай, ты выше хрена не прыгнешь. Все. И думаю, надо что-то свое начать. Что для этого надо? Мозги, главное. У меня мозгов столько, что я даже в мозе боюсь колупать. Боюсь мозг задеть. Понимаешь? Отлично. Так, второй. Экономия – это заработок. Дети ходят навоз почистить бесплатно. И мне остаются денежки. Записать. О дружеских отношениях. Надо очень-очень там встретиться с каким-то депутатом. Кусочек мяса, бутылек вина, и вы друзья.
И если ты возьмешь ее денег, все, он с тобой рассчитался, ты ему никто. Надо его загнать в долг. Ну, меня послали к президенту. Я бы нашел бы с ним общий язык. Поменялись бы телефонами, без проблем. Главное знать, что он тоже человек. У него 4 ноги. Нет. 2 руки, 2 ноги. Тато ще годину мудрував над лекцією і дійшов висновку. Все, чего я добился, это благодаря мозгам и трудолюбию. Ну а на сегодня вот такая малята. До свидания. Спать, все. Вже традиційно ранок татка починається не зі сніданку, а зі списку. А що за список, куди ми хочемо пойти? І, як у нас говорять, я 7 пунктів. Нам хотелось с Костиком, чтобы погулять с ним, там, пообщаться, покатать его. Умеет ли он на коньках кататься, как он боулинг играет. Вы это денег сколько? Ну что это аэротруба? Ну давно хотели, мечтали, чтобы мы втроем бы так за ручку, классно было бы, прикольно вообще. И она дорогая? Ну, 1500. Ты что, мозги есть? Какая труба? Вы что, летчики, парашютисты засаные? Вычеркнуть? Пару мы пунктов вырезали, как бы, такие, что им не надо. Ты не был на чертовом колесе. Не, она дорогая, давай вычеркиваем. Докатался на катке? 75 рублей час. Это каток! Я думал, носок! Думаю, вам носки. И уже хотел купить, ну. Носок вот этот, каток. Вычеркиваем. В заданиях он увидел только расходы. Для его это ужас. Это было очень обидно. Картинг дорогой? 150 бейтинг, да. А вас 2. Картинг отменяется. Да тебе что, не дать, тебе все дорого. Да. Скупердяйство какое-то. Поросенка, зарежь одного. Что тебе будет этого поросенка? Мы кормили, по крайней мере, сколько. Да погуляй нормально, с детьми поближе будет. Такого ж никогда не было. У плоским вот это вот никто не был, вот это вот. Вы если вот это вот все пройдете, вы тогда будете. Кто был где? Все, что тут перечислено, все был. Максим Комот, Балу, а все. Кто вам не дает? А кто вам не дает? А он не бать, дай денег, а не раз ему на. Он и пошел. Ну, значит, вот. В Одессу еду, 100 гривен на неделю мне. Куда я пойду на эти 100 гривен? Ну, я им не даю задирать носа. Тато так переймався грошима, що не помітив найголовнішого. А зачем вам это все? Ми з тобою хотимо, він этого не поняв. Ми з тобою хотим. Я все равно не вмію ні на роликах, ні на коньках. Ми тебе і будемо учити. Нашли б клоуна. Я їх трошки остудив. А то ви від ейфорії, від цієї ще крыша у вас поїде. І надо. Уже никуда я не хотел ни ехать, ни идти, ни... Ничего уже не хотелось. Просто хотелось уйти. Аби хлопці не думали про розваги, тато готовий навіть бізнес передати. Жалко. Делать. Ну, ладно. На магазин учись. Ну, я надеюсь, он не для галочки это будет все проводить. Погнали. Костя сподівається, що тато, як і годиться, проведе йому справжній майстер-клас. Папа зараз головний, як би він должен розказати, що мені треба робити. Ну, взагалі, ні Бенні Мені, не розумію. Але тато вважає, що бути начальником Кості зарано. Треба знизу починати. Тут торопитися ні в коєму випадку не можна. Будеш торгувати. Я потім ще приїду, перевірю. Ну да, я был в шоке сразу. Как это так? Что это за начальник такой? Тише, остынь, галыш, говорю. Не спеши, говорю. Ну, что подорвется. Нельзя лошонка сильно нагружать.
Оскільки з татком сперечатися марно... Я продавав. Да, мені 300 грам печенюшек. Дайте мені консерву за 19. А тут приходить ще клієнт. Два чупа-чупса по 2 рубля. Как я люблю контролировать, когда организую вот этот бизнес, и а только глядишь, как вот это, ай-яй-яй-яй. А кофе, кофе, папа, а ну-ка, метнись, а ну-ка. О, давай, давай. Нехай, нехай внедряется, потихоньку. Сколько раз плюете в кофе? Я тебе плюну. Минимум 3 надо. Так ты должен мне целовать. Блин, за такое, я тебе такое, а ты? Так, нічого і не пояснивши синові, тато залишив його на продавця. А сам... Взял і в'їхав. Все, я желаю вам удачі, пока. Это он может. Куда-то ехать, куда-то убежать, все. А вот чтоб научить именно сесть вот так вот, даже тем листком по голове дать, тогда б я понимал бы, что он меня научил. А вот это... Похоже так, що йому пофіг вообще. Розчарований в ньому. Татова байдужість лише додала Кості рішучості. Костьмі ляжу, ну йому докажу, що я смогу це зробити, що я смогу потягнути цей магазин. Тож взявся розбиратися з бізнесом самостійно. Расход. Вот это сразу с первой страницы, вот тут вот сначала. Вот эти все накладные. Ты должен в это вникать и должен в этом разбираться. Как с поставщиками работать, как вот этот доход считать, как расход этот считать, как это писать, это все. Вот здесь ага. Пишешь, какая фирма, и пишешь сумму, которую ты отдал. Понял? Так, да. Я вот все так считал, смотрел все внимательно. 100, 200... А ты какие думал цены? 100, 200, 200, 100, 100, 170, 180. Да, мне даже... Ну, интересно, мне понравилось это все. Доки Костя опановує ази ведення бізнесу, тато... Я решил Женьку отвезти в больницу. Там на эхолокацию или как она там называется, я не знаю. Иван Иванович. Оксана Игоревна. В общем, по какому мы поводу пришли? Надо обследоваться. Когда возникло нарушение слуха и в связи с чем? О, когда? В первом классе. Ну, давно. А что было причиной? Я не помню. Нет, что-то он тогда простудился или ударился. Врачиха, видно, грамотная. Такая жесткая тетка, такая сильная, молодец. Она позадавала мне глупых вопросов. А как беременность, роды у мамы протекали? Все было благополучно или были особенности? Ты не помнишь, да? Ну так вы, папа, вы должны знать. Нормально. Я там помню, что когда там Оля беременная ходила, когда она не ходила, была ли она вообще беременна. Вот. Знаешь, что она мне в 4 утра сказала, я рожать начинаю? Я говорю, потерпи уже до утра, спать хочется. В садик ходил? В садик ходил? Ну, там что-то... 5 не знаю. Как бы выкручивался, как в школе. Школьник. Вот так, 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 так. И не знаю, а ответить-то что-то надо, чтобы хоть троечку поставили. Он у вас первый или второй? Их 2 штуки за раз. Двойня? Да, двойня. Угу. Первый Костик. Я. Женька. Да, 10 месяцев было, 10 месяцев. Думали, что гемофилия у кого-то или в этой, или в того. И она лежала тут на койке в областной, оказывается. То ли с этим, то ли с тем. Да, вот, что-то так. А потом уже как бы заметили, что в этом слух плохой. Хорошо, в 2 года заметили, в 3 года заметили. Да. И что сделали дальше? Думали, он прикалывается. А потом оказывается... Хорошо. Я поняла. Что, ничего не поняла? Нет, я все поняла. Немножко стыдненько было, да, что баба ничего не знает про меня. Ну, так вот, сделал бе-ме-ме-бе-бе.
Да, мне было неловко. Даже стыдно. Стыдно за себе. Не знать, когда у детенка слух маленький стал. Слабенький. Сейчас я его посмотрю, потом мы обследуемся и побеседуем дальше, что требуется. Ну, а что, как обычно? В ухо лезть, в нос лезть, в рот лезть, как обычно. Після години ретельних обстежень переживал и волновал, то так хорошенько. По сегодняшней ситуации со слухом у вас, в принципе, снижение достаточно серьезное. Вы, конечно, должны были бы этим раньше заниматься. Ну, он может на поправку слух пойти, правильно? Нет. Вот это пугает. Я боюсь, что потеряет слух. А чтобы этого не трапилось, треба... Раз в год планово делать обследование. Надо стараться избегать болезней и медикаментозно контролировать тяжесть этого состояния. Ему противопоказана работа в шумных условиях. А зернодробилка? Никаких зерно, только собирать зернышки на поле, в тишине. Потому что любое шумное действие, оно имеет право вызывать ухудшение слуха. Я был в шоке. Но мы целыми днями, каждый день мололи, 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 мололи. Пускай другую какую-то работу делает. Без проблем. Для того, чтобы парень стал полноценным членом общества, все-таки нужно пользоваться слуховым аппаратом. Пользуется? Чего ты им не пользуешься? Его голова болит или что у тебя? Уши болят. Ужасно. Уши болели, раковые именно. А где выдавали слуховой аппарат? Со школы сказали, будут выдавать слуховые аппараты бесплатно. Мы с мамой, мама нашла машину сама. Мы поехали получать слуховой аппарат. Я поняла. Это 2010 год выдавали слуховые аппараты. Они весьма такого качества были. Примитивного. Поэтому вам было дискомфортно. Останній шанс Жені нормально чути – якісний слуховий апарат. Апарати діляться по різним технічним характеристикам і, відповідно, в різній денежному еквіваленті. Він дасть від 5 до 65 тисяч. Іване Івановичу, це ж для тебе не гроші. Нафіг. По-моєму, йому й даром не треба. Слух. Его не восстановится. Все, все, мы свободны. Будьте здоровы. Але найгірше, що Женя на таке батькове ставлення навіть не образився. Я знаю его. Сколько лет. Он потратит на меня там 30 тысяч гривен. Я не думал. Там уже на одного. У него же есть свиньи, надо корм покупать. То что? Я думаю, потом, если туда дальше, я начну нормально деньги зарабатывать, то я уже куплю себе аппарат сам. Сам собі хороший. Якщо тато не готовий витрачатися навіть на здоров'я, то на розваги поготів. Тому хлопці... Ви подумали, Женька, якщо він не хоче з нами, от, этот, йому денег жалко, ми йому заплатимо ці гроші, дадимо йому, щоб він тільки от цей день з нами проводив. Ну, ми зложили, кинули. Ми хотіли добитися того, щоб він зрозумів, що ми не нуждаємося в його гроші, ми нуждаємося в його увазі. У нас к тебе серьезный разговор. Серьезный разговор, и такое не было. То есть тут что-то, понял, может быть, что-то не так. Я валидол не пил, говори. Когда мы тогда вот ругались за эти, за карусель, вот за то, что ты кричал, что вот денег много. Вот. Ну давай тогда мы за все платим, только чтоб ты с нами поехал на один день. Смотрел, думал, или прикалываются. А деньги где у вас? Есть деньги. Костик, ты в магазине полдня поработал, уже натырил? Он не ожидал, он никак этого не ожидал.
3000? Да. Откуда деньги? Ну, не важно. Ну, мы собирали себе все. Я не верю в ваши рылы. Я на права себе собирал, чтобы вам меньше. На права потом? Ну, чуть потом, попозже подсобираю. Что? Женька на подарок Кинке собирал. Ты ее любишь? Люблю. Я не знаю, что вам сказать. Івану Івановичу навіть в голові не вкладається, що гроші, які сини збирали кілька років, вони готові віддати за кілька годин з ним. Ти їм не давав погуляти. Многоре давав погуляти, правильно? А він давав, дає по 20 рублів, давав там. Ми не тратили їх. Ви мене ошарашили. І не подумав, що ти вам... Ти думав, що ми ще маленькі? Просто не подумав, що будете... Ну, вам так дорог этот день. Ну? Я это ценю. Понял, что тут... Ну, любит, наверное, не меня. Мне неудобно. Мне стыдно даже так с вашими деньгами ехать гулять. Забирайте деньги, я вас угощаю. Не надо. Берите на свои подарки, на свои права. Шок сразу, я сразу как, ого. Ну, сейчас понял, что деньги не так важны, что это 3000 мне день поработать. Молодец, что сказать. Сразу приятно стало. Сразу мне... Я понял, что мы ему важнее, чем эти деньги. Проведем незабываемый вам день. Обещаю. А если я обещаю, то я выполню. Хотелось бы как-то обнять их. Вас постеснялся, наверное. Нарешті настав той день, якого хлопці так давно чекали. Ну, цілий день папа в нашому розпорядженні. Поїхали ми в першу чергу на чортове колесо. Ну, цікаво подивитися Одесу за день. Здравствуйте. А можна у вас 3 білетика? 2 дитячих, 1 взрослий. Ну, ради нас он как постарался, против своего страха как бы пошел. Я знаю, что сейчас я им доставлю удовольствие этим. Поэтому, опять же, я показываю, что я их люблю. Я бледный. Ты бедный. Чуть-чуть. Это подожди, мы же не ехали. Поехали! Сразу током у пятки. Я никогда не видел, чтобы батька так боял-то чего-то. У меня там сердце чуть не стало. А мамине сердце завмирає від того, що вона раніше бачила лише по телевізору. Я видела пирамиду Хеопса. Это для меня было вообще недосягаемо. Это я и увидела. Наконец-то мечта моя сбывается. Дух захватывает, восторг такой. Я своим глазам не верю. Чудо. Это чудо. Открывайте, пожалуйста. Все, мы победили высоту. Дети мои, как я вас люблю, но больше никогда, никогда меня не просить. Нет, нет. Все, все, где выход? Потом мы пошли на роликах кататься. Нет, так на таких и дураку стоить. Сейчас посмотрим. Ну, они показывают по городу. Ой, так классно. Джеки Чану тут. Ой, так он классно ездит. Да что тут такое? Да, я всю жизнь на них ездил. Сейчас, отойдите. Но когда стал на их, это хронтон отдыхает мой.
Вот, я понял. Я вот так буду ездить. Там все трусится. Смотри. Опа! Упал. Несколько раз. Больно и улыбаюсь, и радостно. Потому что они опять же смеются, дети, а тебе не обидно. Ну, лет 10 точно себя чувствовал. Так, ну, весело, обалденно, с батькой смеешься, это, ну, круто вообще. Незабываемое чувство, ну, как маленький ребенок, да, вот катался. Я был очень счастлив. Так, я папа, это мои два ребеночка. Вот хочем сейчас покататься. Ему было приятно, мне кажется, с нами проводить время. Ему понравилось самому. Ну что, чуваки, дайте батьке дорогу. Классно вообще такой день, четкий. Дайте его, чуваки, обниму. Давай, последний я раз. Так рад, да. Глазенки блестели в обоих. Особенно вот шлемы сняли мокрые, да. И от этого радостно. Витративши 300 гривень на чортове колесо, 500 на ролики і ще 1,5 на картинг і боулінг, татка навіть жаба не задавила. В такой день ему не важно было вот эти деньги, ему все, вот для меня это было приятно, очень было приятно. Он старался, чтобы нам понравилось, чтобы нам угодить. Они испытывали удовольствие не от этих, не от коньков, не от картина, а то, что от меня. А я как бы от их. Вот этот день, он запомнится и даже... На пенсию пойду, а помните? Или я внукам скажу, вот мы с вашими батьками отдыхали. Это, наверное, самый лучший день с батькой когда-то. Когда бы мы так еще отдохнули? Да никогда. Ты можешь подойти как к другу к нему, так, бать, там, по плечу ему там постучать, там, лысину почухать. Что ты? Учись! Я тобой горжусь, сын. А наконец-то у меня папа появился. Надо победителя обнять. То ли плакать от радости хочется, то ли, ну, не знаю. Может, приятно так вот аж сильно, что... Ну, не знаю, как это объяснить, я не знаю. Я чувство такое не испытывал, например, с детьми. Все. Очень перевернулось. И внутри, и в мозгах, и, короче, в душе. Дошло до меня, конечно. Ну, не оказывал той любви, но больше оказывал бизнесу время. Ну, я постараюсь это все компенсировать как-то. Любовью, лаской, нежностью. Не хватает. Тяжело так. Не знаю, как это. Не хватает тебе нам. Ты совсем другой человек. Сьогодні тато таки вирішив взятися за завдання, яке мав виконати багато років тому. Надо тільки купити апарат, і в нього більше буде і інформації, і повноцінність життя, і, тобто, буде взагалі не відрізнятися нічим.
Здрасте. Здравствуйте. Проходите, вот, пожалуйста. Прошу вас. Да. Мы подумали и решили. Хотим мы попробовать. Переживал и волновал-то так хорошенько. А аппарат-то ведь немалых денег. Ценовая категория формируется техническими характеристиками. Чем больше каналов, тем лучше качество звука. Тож Іван Іванович вирішив не економити і обрав найкращий, а значить, не дешевий апарат. Ну, 20 і 20. Ерунда це все. То, що стосується, звісно, ну, здоров'я моїх дітей і жени, тут моя економіка нікуди не годна взагалі. Я був щаслив, що я тут крутий з апаратом. І от він, Люшина. Да? Круто, да? Большое спасибо. И от папы тоже. Очень большое спасибо. Мы еще бреем. На здоровье. Ой, на улицу вышел, трошки обалдел. Тройка 3 километра отсюда я услышал. Слышно птички? Сейчас. Нет. Ты? Выцепи-то. О, теперь птички слышно. Теперь я знаю, как они звучат. О, слышит птичек. Птичек мой детенок, ну, не слыхал до 19 лет. Больно за то, что раньше это не сделали. Костярик. Иди поздрав нас и, в частности, своего брата. И Женька такой довольный, как слон. Да ну, не видно такой? Да ну. Да не крути ты головой. Что такое? И поворачивает ухо у его аппарат. Я вот думаю, вот это да. Ну, я рад за него очень сильно. Что он, ну, теперь слышит нормально. Спасибо. Большое спасибо. Я благодарен, конечно, папа. Это именно то, чего я хотел, именно то, о чем я мечтал. Відкривши своє серце дітям, Іван Іванович готовий відкрити і всі свої секрети односельцям. Садитесь, 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 присаживайтесь. Даже папка с мамкой пришли. История моего успеха. Я ожидал, что начнется лекция сразу, что он скажет, какой он классный, какой он хороший, умный, какой он молодец какой-то. Вай-вай-вай-вай-вай. Люди, слушайте, вопрос. Может ли мужчина существовать без женщины? Ни в коем случае. Нет, конечно. Мы же без женщины. О. Существовать, но не жить. Вот у нас в селе живет семья. По каким-то причинам, горе там, что-то. И умирает жена. Муж долго не живет. Год, и все. И вслед за ей. Мы без женщин никуда. Іване Івановичу, до чого ти ведеш? Ти ж готував геть іншу промову. Все, чего я добился, это... Ну, благодаря мозгам и трудолюбию. Нет, это не то. Я понял, когда ты идешь в бой, сам знаешь, что у тебя сзади нема никого. Страшно, боязно. Ну, короче, или ты идешь в бой и знаешь, что там сзади тебе целая артиллерия стоит, что тебе всегда поможет. Оля его, это большая поддержка, это его правая рука. Ну, я же тоже без ей не открывал ничего. И при этом Оля действительно взяла много обязанностей на себя. А я трошки недооценивал, потому что ей тяжело. Чем я благодарен Оле? Потому что не бросила в трудную минуту. И всегда рядом была. И я не могу сказать без такой жены и без таких детей, чтоб я делал бы. Спился бы уже, что? Не, я бы уже сказал, уже кыркнул бы. Ну, блин, какие молодцы у меня они. Одноклассники их, одногодка. Ну, один в тюрьме,
Двое где-то спилися. Вот мои хлопцы. Ну, на помощь всегда придут и помогут, и работящие. Они на машинах умеют ездить, на тракторе умеют, на комбайне умеют. Свиньи залезут куда надо. В электричество, бывает, я в розетку не лезу. Там тут навоз чистить, ведра не тягают, руки как в обезьян ниже коленок. Мешки тягают, чтобы куда-то мне усраться до этих мешков. Спасибо, что вы у меня такие есть! Да я вообще, я в шоке был, я реально был в шоке конкретно. Да, то, что он это сказал при людях, это приятнее намного. В столько раз приятнее, сколько человек там сидело в этом зале. Я знал, что у меня классные пацаны от кого-то. Просто я как до проекта не замечал. У меня есть еще дедушка с бабушкой, которая им тоже очень благодарен. Я не говорил родителям спасибо. Я просто не видел ценность этих слов. А сейчас как бы приятно. А главный успех – это, конечно, семья. Понятно, не было бы мне семьи, не было бы этого бизнеса. Все. Молодец. Он совсем поменялся, другой стал. Подякувавши на словах, тепер Іван Іванович вирішив віддячити батькам ще й на ділі. От рішив я устроїти праздник. Тим більше, що й нагода випала підходяща. 45 років все ж таки в місті. А щоб для дідуся й бабусі це стало справжнім сюрпризом. Їжу ж треба куди-то вигнати, увезти з дому, куди-то... Маманька, Паванька! Они мне сильно давно просили к тете Кате отвезти. Ну, к подружке. Вы хотели к бабушке Кате? Хотели, конечно. Ну? Мы с радостью поехали. Ой, как мне хорошо. Не спешите, я не передумаю. Маючи в запасі кілька годин, Іван Іванович зібрав усю родину. О, брат! І взявся готувати справжній сюрприз. Наукрашали той двор. Там така романтика була, що просто. Фотографії. 45 років назад, от як вони молоді ще. Приготовили вкуснятини. Все готово. Едем. На улице свет горит. Что такое? Подъезжу точно. Не боюсь, на двор заходим. Да где? Я уже волнуюсь. И такой, а что, что сейчас будет, что? Я с ума сойду от счастья, ура! И стол накрытый, и дети, и внуки, все. Все самые родные мои. Ёлки-палки, аж чуть не прослезился. Только у вас нет. Вот это сюрприз настоящий. Вот это... 45 лет у вас юбилей, правильно? Это же все видать будут. Боже. Бабушка вообще там еле стояла, чуть не падала, сознание не теряла. От радости. Да лянь, что тут? Да что ты, аж не потихвон. Я мечтал пацаном, когда все ты потихвон по 10 копеек собирали. А тут наш тебе на дворе, вот он. Фотографии эти. Свадьба, глянь. Вот такие были молодые. Стал глядеть, да чуть не прослезился. Гляна, какая бравенькая была, красивее меня. И полюбила. За что она полюбила? На таку я работала, подрабатывала после 10 класса летом. И вот мы там познакомились. А девчат много, за мной забегать, аж бранькой был. Он на меня внимания не обращал.
А я стою в сторонке и говорю, все равно вот вы бегаете за ним, не бегаете, все равно он будет мой. Я же за ней ухаживал, как джентльмен. Только цветы не дарил. Когда целоваться начали, тогда уже и признался, что я тебя люблю. Дедушка мой, всегда рядом, всегда. Где б я ни была, в больнице, дома, всегда рядом. Люблю. Любишь папку? Очень. Я хотел вас поздравить. У меня же руки трусят. 45, это, ну, с юбилеем. Сапфировая свадьба. Гордость такая, что 45 лет прожить вместе и до сих пор вот любить друг друга. Многого стоит, это ни за какие деньги ты это не купишь. Ну и яке ж весілля без... Горько! 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 Это уже и не знаем, как целоваться. Уже у нос мешают, носы мешаются. Это такое счастье, я не знаю, что это. И помрем, не забудем такое. Такое не забывается. Родителей всегда надо почитать. Всегда. Это и есть долг. Что к ним приезжать надо всегда, доглядать. Им больше ничего не надо. Любите родителей. Было у меня задание передать часть бизнесу Костярику. Переживаю за это. Ще пак, адже кілька днів тому тато так і не зміг довірити Кості магазин. Тож замість директора призначив його продавцем. А кофе, папа, а ну-ка, метнись. Я это задание, я считаю, что я его не выполню. Ну что? Привет, чуваки. Здрасте. Я думал, там будет крах. Пока я тут за неделю. На 800 гривен больше касса за неделю. Ёлки-палки. Я этого не ожидал. За счет чего вы увеличили? Якщо ти роками економив на продукції для власного магазину, то новий керівник вирішив ризикнути. Ассортимент увеличив. Чіпсів більше завезли. У гастрономчики толком нічого нету. Три види пива тих. Скільки там? Алло, здравствуйте. Можна нам дозаказати колбаси? Ну, молодець он. Саме, що я не ждав, що він так вникнет сразу. Та й це ще не все, бо в Кості ще планів, як у Наполеона. Думаю, що карточек, щоб счет пополнять, завести. Можна ще й пристроїти, зробити такий бар класний, там... Лето, тільки колонки винесли, музику включили, все, танцуйте. Все, що буде в моїх силах, я буду старатися все робити. В магазин. Вижу ее вот такое, жилочка бизнесменская такая, что будет толк. Я увидел, что ему можно доверять. Та-да-дан, та-да-дан. Та-да-дан, та-да-дан. Даю тебе ключи. Ты сам себе хозяин. Полный вперед. Все, гляди мне. Погордился ему сразу. Ну, вот это да. Только недавно на полу ползали, а тут Костя уже бизнесмен. В первую очередь сам себе я доказал, что я это могу, что... Эш, елки-палки, хозяин, начальник. Вот скоро приезжает нам мама, и нам же задание надо купить ей кухню. Выбирали очень долго. Ездили, мотались.
Ох ты! Смотри. Ты цвет такой молочный, такой приятный. С этим сочетается. Вот это все. Берем эту. Плевать, ему не важно было, сколько она стоит. Ровно 8. Мама приедет, будет радоваться. Вот это было самое главное. Раньше у меня вон, детки такие помощники. Раз и... А мама это приедет, я это и скажу, что это они собирали. По-честному скажу. Все работает. Все работает. И я думаю, мама будет рада. Очень даже будет рада. Ну, волнительно очень. Какая она будет? Ну что, такая красивая пришла. И меня накрыло. Что такое? Ну, не мог ничего сказать. Комочек подошел, и все. Блин, я тебя так люблю. Такая... Соскучилась. Я не знала, как себе весть, что делать. Или смеяться, или удивляться, или плакать. Понял, что люблю тебя очень. Сильно, да. Честно. Понял, что ты и детям дорогая мне. Если тебя любят, то... И ты любишь этого человека, цени, пожалуйста. Работа не волк, лес не убежит, а с ней время идет, его обмену и возврату день не подлежит. Дети недооценены. Как бы взрослые они уже стали, незаметно. Понял, что ты им надо, как мужик, как отец. Почувствовал, что я уже недаром жил на этом свете. И твоя семья, ты как сказать, это не подчиненные твари. Это части твоего тела, можно сказать, души. Ой. Да ты шо? Иди, папа, обними. Синя. Ну, я гордость такая даже берет, что он изменился. Ще тиждень тому Іван Іванович цінував лише гроші, а вже сьогодні... Деньги, я понял, що это не главное. Не главное, щоб ми були всегда вместе і все. А тому приз хати на тата... Дарує дітям. Це ваше, не мені не треба. Хорошо, ми все заберемо.